И мы продолжаем проходить игру под названием Холод. Так, ладно, давайте вернемся в темный наш лес, откуда мы недавно пришли. Для того, надеюсь, я хотя бы туда иду. Да, я правильно иду. Что в темном лесу, там есть домик. Вон тот домик. И нам туда нужно пройти. Но здесь, как вы помните, ходит ебаная тень. Да. Которая не против меня сожрать. Я не знаю почему. Да. Он меня заметил, когда я был за камнем. Я не понимаю, куда мне идти. Окей, да. Представим, что я спускаюсь вниз, да, снова. Но там же это херовина. И она меня не пропускает. Я, по идее, на карте. Где карта моя? На карте я где-то. Так, это вот здесь, вот он я. Мне нужен сюда проход. Но там проход мне закрывает эта херовина. Понимаете? Не, я как бы могу сейчас вернуться и попытаться пойти именно по лесу. Там же тоже еще одна эта херовина есть. Он же там не один. Ну, давайте попробуем. Я застрял. А, они на фонарик реагируют. Но если не реагируют на фонарик, тогда все. Усложняет. Блин, я не знаю, но такое. А чё они тогда, когда я в пещере нам этого тень на эту светил, он мне ни хера не говорил. Он даже на меня даже не рычал. Если не ошибаюсь. Да, с FPS здесь просадки в игре жесткие. Не, я, конечно, могу, да, уменьшить на максималку, блять, качество, но. Ладно, поставлю. А мне так они, кажется, на среднем, да, стоят? Ладно, поставлю на низкие. Он исчез? И он появился. Вот по фонарику можно понимать, где он находится. Так, внимание. Блять. Внимание. Психопат на свободе. Опасный преступник сбежал из московской психи...
психиатрической клинической больнице. Нам сообщили, что мужчина полностью психически неадекватен и бредит. О, тут еще одна записка где-то сверху. Вот видите, фонарик он и показывает этих монстров. Ага. И попробую найти путь к ним. Так, выписка из записи дневника доктора Ивана Вански. Ты знаешь, что мы хотели? Мы играли в богов. Телекинез, телепатия, групповой гипноз, изменение психических и физических состояний, создание расщепления пространства. Пациенты не могли выдержать и доли излучения. Те, кто таким образом смог выжить, вели себя словно одержимые. Они обещали так. Они общались с нами разными голосами, на языке, котором мы даже не могли распознать. И все они впоследствии умерли, один за другим. Один превратился в камень, а другой в пепел. Я особенно хорошо помню одного из них. Он поднялся над землей с... Я не шарю, поэтому я сюда прибежал. Вот видите, так бы я сейчас стоял, просто читал, а оказывается он, блядь, сзади меня был. Так, все последствия умерли один за другим, превратился в камень. А как мне тогда смотреть? Ладно. А, другой в пепел. Я особенно хорошо помню одного из них. Он поднялся над землей с выкрученными конечностями и так застыл в воздухе. С тех пор прошло много времени, но это все еще меня преследует. Я помню. Я вижу это каждый день. Выжил ли кто-нибудь? Мне потом казалось, что не выжил никто. Но я думаю, что, возможно, один из пациентов все-таки мог выжить. Имеешь ли ты хоть малейшее представление, что мы делали... Так, что мы наделили, дорогой мой Антон? Ладно. Надеюсь, мост не упадет. Да-да-да-да-да-да, ветер. Это просто ветер. Так это как раз, кажется, домик, который нам нужен, да? Бля. И что? Солнце только начинает садиться. Я вижу это отчетливо, как наяву. Словно я сам стою посреди леса. Я не понимаю, что происходит с реальностью. Я пишу своей кровью на дереве свое имя. Антон. Нет, не мое. Его. Солнце только начинает садиться. Оранжевый туман. Меня окружает оранжевый туман. Я вижу, как их тела выходят из-за деревьев.
Я слышу крик. Леденящий кровь крик ужаса. Это мой голос? Наверное, да. Но где Антон? Откуда он пришел? Как он попал внутрь? Солнце только начинает садиться. Он во мне. Он в моей голове. Он просачивается через мои глаза. Глаза — зеркало души. У него нет души. Где Антон? Я падаю в бездонную бездну. Падаю в горное ущелье. Мертвые гниющие руки ловят меня в падении. Я чувствую, как они шепчут мне в ухо. Теперь ты наш. Ты останешься с нами навсегда. Я их зову. Я зову Антона. Где Антон? Я не знаю. Я ничего не вижу. Мои глаза залиты кровью. Мне нужно спасаться. Мне нужно бежать. Мне нужно бежать. Солнце только начинает садиться. Да. Я тебя вижу. Так спрячься. Ну, я спрятался. Я спрятался. Где ты? Это... Значит, хорошо, что я еще спрятался. Я не хочу отсюда влазить. Я хочу на этой серии закончить. Ладно. Ладно, давайте пока музыка не закончится. Так, по идее, где я сейчас? В домике, да, был? О, все, теперь можно выходить. Так, две записки я здесь нашел. Сейчас сюда пройдем и пойдем в эту сторону. А домик это вот он. Да, сейчас пройдем. Вот такое. Прикиньте, сейчас такое ба в лицо. Сказать честно, страшно, да. Почему тут быстрого перемещения нету? Я бы с радостью вот здесь вот спрятался. Нужно не спешить, а просто идти. Страшно, музыка. Так, я выхожу из темного леса, да? Так, здесь тупик, ладно. Так, стой, отсюда я прибежал. Это к домику. Это просто куда-то, в горы. Да? Нет? Да, нет? Да. Значит, идем сейчас по прямой дальше, по вот этим проводам. И может, скорее всего, я куда-то туда и приду по ним. Просто идем по проводам. Ага. Ага. Так, темный лес закончился.
А нет. Вон он, листок. Кай, что такое? А. Слушай, мне стрёмно. Давай ты помолчишь, пожалуйста. Ночью странные звуки, идущие из леса, не давали нам сомкнуть глаз. Сложно сказать, что это было. Мне казалось, что кто-то меня зовет, но остальные сказали, что слышали только какой-то гул. Мы спросим об этом у местных, если они нам еще встретятся. Утром все были немного напуганы, но после завтрака настроение у группы улучшилось. Мы пошли вверх по реке. Снег не очень глубокий, но мокрый и липнет к лыжам, поэтому двигаться тяжело. Прошли пару утесов, а потом местность стала более ровной. Наконец, примерно в 17:30 мы остановились и разбили лагерь. Это наша первая ночь в палатках. Мы очень устали. Пытались подготовиться к завтрашнему походу, но голод был сильнее. А потом нас одолело истощение. Мы расселись вокруг костра и стали разговаривать. Даже скорее шептаться. Мы боялись говорить громче из-за окружающей атмосферы. Словно место было священным. Или проклятым. Поговорив, мы укрылись в палатках. Почему-то никому не хотелось спать. Нам показалось, что кто-то проходит по тропе поблизости, и ребята пошли посмотреть, но там никого не было. Может, это было какое-то животное? И снова мы слышали звуки в лесу. Так, теперь вопрос, где я нахожусь. О, это как раз о том, куда я хотел пойти. Давайте дальше по прямой. Может, куда-то и приду. Так, слышу еще что-то. Ага. 72N64. 72N64. Ну это здесь. Ну и все. Ну что это за бред вот это? То, что я прыгать не могу. Я не могу никуда залезть так сильно. Прикольно. Прикольно. А теперь вопрос, как мне отсюда выйти? Вот откуда, скажи, откуда? Вот почему здесь криво сделанный стелс? Окей, пускай, да, он видит фонарик, хорошо. Как он меня здесь заметил? Когда я прятался за кустами, плюс за деревьями, плюс я спрятался еще за самой елкой. Эй, это как бы нереально. Нет? Не думайте. Блять, невозможно. Это то же самое, когда я спрятался в деревьях, и он постоянно на меня злился из-за того, что не мог ко мне даже пролезть. Блин, я не знаю, как это сделано. А, сейчас попытаемся быстро пробежать. Я хочу до конца дороги пройти. Но он, получается, здесь все равно не один.
Я думал, здесь типа одна тень за нами только охотится. Оказывается, здесь просто подопытные это тюремщики, при взрыве которых, сколько там, 42, да, было вынесено просто в прах. Ну, фонарик, да, он довольно помогает из-за того, что фонарик мигает, если вражина рядом. Вот, ну я здесь, да, был? Так, я вот здесь вот был. Так, придерживаемся правой стороны. Так, здесь ничего. И все, ну как это возможно застрять в елках? О, здесь проход есть. Мне кажется, я просто сейчас вернусь обратно, да, к себе туда. Большие темные леса. Наверное, по праву это можно считать самым стрёмным местом. В игре. Блять, мобильник звонит. Ой, боже. Алло, да. Блять, пока разобрался, в какую кнопку нажимать, меня там почти, кажется, убили, да? Ой, какая громкость, ёбаный в рот. Да отстаньте вы от меня. Манать. Не, от них все-таки убежать можно. Ай, где я нахожусь, ё-моё? Куда ты, короче, забрел? Теперь фиг попробую. Теперь попробую найти выход. Если придерживаться всегда какой-то одной стороны, то куда-то все-таки можно выйти. Да и убежать от них тоже, оказывается, можно. А-а-а, я понял, где. Так, ну это безопасное место. Так, и что у нас выходит? Вот это все у нас изучено, да? Идем тогда сюда, где мы были. Гробка как. И идем сюда. Блин, нужно было еще сюда бы сходить, вот эту вот зону. Ладно, побежали. Видели? Он за мной бежал сюда. Дурачок.
А дальше он побежать не может, потому что здесь территория запривачена мною. То даже если бы я погиб, я мог бы все равно там через безопасные проходы пройти сюда. Ладно, да, света они боятся, но по свету мы можем хотя бы определить, где они находятся. Единственный минус, который я могу... Стоп. Давайте думать. Лево-право. Давайте направо до конца, до этой фигулинки. Потом, если что, вернемся. А. Тут, кроме этого, еще развилка. Давайте вправо. А, ну ладно. А, я понял. Нужно бежать, потому что меня дым преследует. Это как ураган, вулкан. От меня остался пустой остров, сделанный по его подобию, но не похоже. Слуга, послушный своему хозяину. Мое тело. Оболочка. И я готов его принять. Теперь я понимаю замысел. Я вижу масштаб разрушений. Создатель зовет меня. И я хочу стать его пищей. Я напеваю его мелодию. Я смотрю на мир его глазами. Я пью кровь его врагов и пожираю гниющие тела. Дёнчик говорит. Я чувствую, как грех прорастает из-под моей кожи. Я слышу крики у себя в голове. Я слышу их зов. Я слышу зов тех, кто с его помощью уже обрел свое вечное пристанище. Освободи их, мой господин. Освободи их и забери меня взамен. Удовлетвори свою жажду мести. В час моей смерти. Малай, ты только первый куплет прочел. Выходит из оранжевого света. Их песня соткана из одного сильного голоса. Я чувствую их присутствие. Их обезображенные лица. Взгляд их черных глаз, проникающий в мое сознание. Они требуют закончить работу. Его присутствие подавляет меня. Такой жалкий и беззащитный. Что они с тобой сделали? Что? Есть одно место. Там был ты. И я там был. Огромные врата, и за ними скрывается Создатель. Понять могли только те немногие, кто смог его коснуться. Но ты мог. Ты понимал. И с твоей помощью понимал я. Окей. Все? Ну, знаете, время как тут летит, да? Там у нас огни были только что. Все? Все настроилось? Давайте, я думаю, сюда пойдем. Оп. Какое, да? Смышленый пары. Опа. Так, ожившие трупы в Сибири. Нихера себе. Существовало ли совершенно секретное учреждение, в котором ученые работали над воскрешением мертвых? Некоторые признаки указывают на то, что ответ положительный. Так, мы находили в селении Инья в Сибири.
Как полагаю, здесь работали институт, в котором десятилетия назад смысл блестящих ямы должны были совершить невозможно – оживить трупы. Сегодня в месте комплекса остались одни руины. Сложно определить, что именно там было раньше. До сегодня нам попадались предметы, напоминающие медицинские оборудования. Ну, очевидно, что там была не больница. Так, местный старожил вспоминает... Однажды приехал военный... разметили территорию и начали строительство. За несколько лет его закончили. Строили здания одно за другим. Мы были рады, потому что появилась работа. Но как только стройка закончилась, военные оценили участок колющей проволокой и запретили даже подходить сюда. Помню, приезжали грузовики, из которого солдаты загружали какое-то оборудование. Вон там была большая стоянка, куда приезжали здоровые грузовики. Говорят, его был... говорят, это были авторефрижераторы. Так большие дюжины лет было, и ничего не приходило. Так не происходило. За 2 или 3 года до того, как они закрылись, произошло какие-то странные вещи. Мы видели, как они привозят людей, и вся деревня слышала крики посреди ночи. Мы решили, что это там люди убивают. А однажды все просто прекратилось. Грузовики уехали, военные остались на каком-то время. Потом приехали инженеры, разрушили все до оснований, и все. Что могло быть в этом комплексе? Мы попросили помочь ответить на эти вопросы доктора Легеева, известного историка. Предыдущее правительство не расстроило секретные объекты в сибирской глубине. Не обязательно придумывать какое-то сразу с паранормальным явлением. Это может быть связано с секретной военной деятельностью. Хотя в исторических источниках ничего не говорится о древнем Инье и каких-либо военных или научных объектов в этом районе. Это противоречит рассказам местных жителей. Нам удалось найти документы, которые могут пролить свет на дело. В отрывке из переписки с засекреченными именами отправителя и получателя упоминается объект в Сибири, куда военные отправляют тела заключенных в рефрижераторах для дальнейшего опытов. Далее автор пишет: «Надеюсь, что вам все же получилось что-то с ним сделать, потому что терпение горы на исходе, а одного ожившего недостаточно». Вау. Так, и где сейчас? Я сейчас вот здесь. Это что за место? Стопы. А, это алтарь. Тогда все правильно. А, это сломанный мост, я понял. Ну, здесь я не думаю, что будут призраки, да? Это было бы глупо, я думаю. Быстро-быстро пробежим. Мне бы на самом деле найти... Так, мне получается направо. Это значит, это пещера. Это как раз те камни, где все происходило. Да? Ну да. Так, тогда возвращаемся. И... Да, снова волки. И идем тогда в другую сторону. Может, там что-то да и найдем. Блин, мне бы где-то переночевать, и чтоб сохранение произошло. Хотя листовку подобрал. Сохранение автоматически должно было произойти. Вот, я хочу до маяка дойти. Мне интересен сейчас маяк на самом деле. Я к нему, кажется, как раз и иду. Тут убежать некуда будет, если тени нападут. Но тени в основном, я вижу, в темных местах находятся. О! О!
лагерь. Все, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.